Так, доброе время суток всем. Мы собираемся в новое путешествие. Мы едем в Стамбул. Завтра вылетаем. Сейчас будем собирать чемоданы. Вылетаем часов в 3 дня. Будем там вечером. К 7 часам должны прилететь. И, надеюсь, часам к 9, в 9:30 уже будем в гостинице, будем в Стамбуле. Ну, я вот, кстати, по поводу того, что у нас пустой чемодан, вообще не шучу. Потому что все наши вещи, это вот это. Это... Что покушать, ну, разве что, что покушать можно положить. Не, ну вот смотри, еще вот у меня есть вот тапочки для... Вот. Подожди, надо бутылку виски в багаж. Давай меня положим. Вот это вот и все. Ну, бутылку виски надо сдать в багаж. Ну, мама, я сказала, что взять. Ну, принеси бутылку. Вот разве что для бутылки, конечно. А что мы в этот положим? Маленький? Да. Вот меня? Тебя? Вот. В общем, зачем мы брали тогда с тобой этот билет с багажом? Я не знаю. Если нам нечего положить в этот багаж. Что вы возьмете попить? Попить мы возьмем? Сейчас я покажу, что мы возьмем попить. Нет, вот мы берем попить. С собой в Стамбул вот эту водичку. Ну вот. Все. А перекусить что там? Перекусить? Я думаю, в Стамбуле найдется что перекусить. Ну давай по дороге, чтоб. А, по дороге перекусить. Ну, может, мы разве что вот сюда перекусить. Вот нам надо заполнить вот этот чемодан. И вот этот чемодан надо. Так, хотя он почти не заполнен. Ну да. Давайте. Блин. Вон тот ящичек. А? Ну, пустой чемодан. Видишь, вот надо вот сюда что-то положить, чтобы он не пустой был. И все. И вот в чемодан, вот это вот в кулечке наши вещи. И тапочки в гостиницу, и все. Что делать, не знаю, что еще сюда. У меня, знаешь, какой есть еще вариант? Я могу, например, вещи положить вот в этот чемодан. Главное, багаж надо было брать для бутылки. А этот чемодан положите в этот чемодан. О, и мы в Турцию повезем чемодан с чемоданом. Ну, как тебе это идет? Замечательное решение. Я класс. Я так ну, его можно еще один раз поместить. А, у меня тоже был, и я заполнен. Все, все, готово. Что, экипируемся? Ага. Что, сейчас регистрируемся и идем. Мы видим на Пегасусе. Онлайн чекин только у Сережи, а у меня чекин сейчас будет на стойке регистрации. Готов лететь? Всегда готов. Тут уже очередь собралась. Здесь в очереди постоим. Ну что, прошли мы контроль. Походим по дютику немножко. Такой маленький магазинчик. Вообще дьюти фри у нас маленький в Харькове. Но мы хотели купить здесь парфюм Сереже, потому что говорят, что в Турции можно... Все, хорошо, выключаю. Много подделок в дьюти фри. Все, выключаю, тут, оказывается, снимать нельзя. Наш самолетик уже стоит. Посадка уже началась.
такой темный маленький зал. Прямо как-то грустно здесь. Темно так. На свете, наверное, экономно. Bir yürürsen bahar yürür, çiçek yürür peşin sıra. Gülüşlerin ömre bedel, can katıyor kocama. Ufkumdaki güneş gibi, içimdeki nefes gibi. Ne bir heves, ne bir korku. Прилетели в старый аэропорт, а здесь как бы небольшой аэропорт, но народу, конечно, собралось тоже немало. Тут уже такое Рождество почти, да? Так, что у нас здесь в старом аэропорту? Duty free на выходе. Есть, можно сразу посмотреть, что сравнить. А, мой Бейлис. Сколько? Взять тебе? 17.60. А мы почем, по 15 покупали раньше, да? Ну, возьми мне. Вот обычный, это классический. Обычный? Да. А шоколадного или кофейный, да, мы брали? Да, кофейный. В общем, мне тоже возьмем вкусняшку, чтобы мужу не скучно было коротать. Ай, долгие стамбульские вечера. Так, что еще хотела сказать? Когда мы в Харькове регистрировались на рейс, у нас попросили сертификаты вакцинации или тесты ПЦР. Но у нас сертификаты есть, но только вот у Сережи сертификату был, еще не было 14 дней после второй прививки. Было 13 дней. И мы так надеялись, что этот сертификат прокатит, вот, и что не надо делать ПЦР. Вернее, это он надеялся. Я его уговорила, и он сделал ПЦР еще, кроме всего прочего. И на самом деле, когда мы регистрировались, девочка попросила ПЦР, сказала, что этот сертификат, он еще не действителен, нас просто в Турцию не пустят. Турки. Но на самом деле турки ничего не проверяли сейчас, только паспорта и все. А у нас вот именно в Харькове проверили, чтобы сертификат о вакцинации, чтобы действительно 14 дней прошло. А так регистрация прошла очень быстро, 5 минут буквально и все. И мы прошли наверх в зону досмотра таможенного. Вот. В самолете, ну, Pegasus это такие тоже бюджетные авиалинии. В салоне было жарковато, конечно, узкие между сиденьями пространства. У Сереги ноги в проходе. Вот. И он зарегистрировался, зачекинился онлайн. Ему дали место, автоматом система дала место возле прохода. А я уже не стала онлайн чекиниться. И когда мы приехали в аэропорт, я просто попросила девочку дать мне место рядом, что она, в общем-то, и сделала. Вот я думаю, что не надо было вообще онлайн чекиниться, надо было в аэропорту, когда регистрировались на рейс, просто попросить, и нас бы посадили у окошка и рядышком на нормальные места. Потому что мы заранее приехали, и пол салона еще было свободно. Так что так. Так, мы получили багаж, вышли. Теперь мы идем на выход искать нашего таксиста. Нас должны встречать с табличкой. У нас индивидуальный трансфер от нашей гостиницы. Вот, теперь надо главное найти эту табличку. Сказали, возле 13-го выхода нас будут ждать. К
как-то я не вижу номеров на этих выходах. В общем, надо найти 13-й выход. Тут банкоматы. Водофон. Можно купить карточку. Где же 13-й выход? Вообще не нашли мы в здании никакого 13-го выхода. Выйдем сейчас на улицу, может, здесь нас встречают. А, ну вот 12, а вон 13, видишь? Ага. Так, теперь ищем табличку G55 наша. Да, я Светлана. Светлана, да. Сергей. А, там на мое имя было? Да. Фатма Султан, вот. Да. Ну, движение, да, тоже такое? Это, наверное, разводящий. Ну, тут как-то, наверное, не только за нами приехали, ага. Мы к кому-то соседимся. А вот там вот автобусы, видишь, которые вот в город, вот там туда. Мы к кому-то соседимся, наверное, потому что он написал, что расчет в отеле. Так, вот здесь вот, конечно, переходить, да? Со страховкой в руках только. Так, вот наш разводящий. Эрорус, по-моему? Лейла Эрорус. Куда-то нас ведут. Окей, сэр. Так, что-то наш разводящий никак не дождется нашу машину. Живенько довольна. Ага. Да, пойдем. Фотографируешь на фоне вывески. Давай. Ну что, едем наконец-то мы в автобусе. Одни в автобусе на 12 человек дождались, посадили нас. Это у нас такой вот трансфер. Мы думали, будет машина, а оказалось, что это индивидуальный автобус. Доброе утро всем. Мы сегодня первый день в Стамбуле. Проснулись, сейчас идем на завтрак. Покажу вам наш номер. И покажу, что у нас сегодня будет на завтраке в этом отеле. Номер у нас очень маленький. Блин, ну такой маленький. Мы так не привыкли к таким размерам. Вот, ну он аккуратненький, конечно. Он такой ухоженный, он очень чистый. Шкаф хороший, полноценный. Посмотрите, вот с сейфом. Вот, у нас тут есть телевизор. Разобраться. Холодильник. Кровать большая. Да, нам здесь удобно. Ничего не скажешь. Очень тепло в номере. Мы в декабре. Очень тепло в номере. Батареи не работают. Вот, посмотрите, наша улочка. Уже туристы здесь ходят. Уже группа туристов прошла с самого утра. Вот, и вот наша ванная. Вот ванна как раз, она классная, она очень большая. Сережа ушел, забрал карточку и все выключилось. Вот у нас здесь для душа, для бальзам для волос. Вот такие вот наборчики, что здесь. Здесь у нас зубная щетка.
Уж не могу вытащить одной рукой. В общем, зубная щетка, вот и паста. А здесь у нас... Здесь у нас бритвенный станок и что-то для бритья. Что-то для бритья. И мыло, кстати, мне очень понравилось. Очень хорошее мыло. Вот, ну так вот. Так вот. Ну, это уже мой набор. Вот такой хороший номер. В принципе, он очень действительно чистенький. Здесь все есть, но он очень маленький. И вы знаете, мы когда выбирали отели, я выбирала отели, и вот я промахнулась. На самом деле очень много отелей с хорошими отзывами в хорошем месте. Выбрать очень сложно. И этот номер я выбрала, потому что там было написано 25 метров номер. Ну, как бы про 25 метров, я не знаю. Может быть, вот с тем балконом, который на улице. Хотя у нас нет выхода на этот балкон. Ну, здесь как бы, ну, я не знаю, где здесь 25 метров. Но мы выбрали его именно из-за 25 метров. Ну, нет, вот здесь 20 метров. Дай бог, чтобы тут метров 15 было. Выбирала я между этой гостиницей и апартаментами в этом же районе. Апартаменты писали 56 квадратов, и мы всегда останавливаемся в апартаментах на самом деле. Я даже уже не помню, когда мы последний раз в гостиницах жили. Но там в этих апартаментах не было кухни. Вот, а как бы мы такие любители с утра хорошо позавтракать, не выходя из дому, и потом только уходить на целый день. И поэтому, ну, скажем так, мы квадратные метры променяли на еду. Сейчас пойдем посмотрим, кстати, стоило оно того или нет. Вот, поэтому, ну, наверное, больше я так делать не буду. Все-таки будем останавливаться в апартаментах, потому что даже те же 5 дней прожить вот, ну, на такой территории, мы уже, мы или разбалованы уже, или я не знаю, или мы большие люди, и нам мало места. Ну, мне реально здесь мало. У меня в подростковом возрасте, наверное, только последний раз была комната в такого размера. Ну, как-то грустненько. Вот, ну что, пошли за завтраком. Идем завтракать. Лестница такая крутая. У нас второй этаж, поэтому не сильно сложно по ней спуститься. Так, а где завтрак? А кофе можно самим сделать? Не понравился? Так, это тот завтрак, на который мы променяли квадратные метры квартиры. Да, Серж? Какую квартиру? Которую мы хотели, помнишь, арендовать? И решили из-за завтрака остановиться на гостинице. Но зато твоя любимая яичко. Кофе отвратительно. А хвалили, говорили, что хвалили, говорили, что кофе хороший. Перехватил вас. В общем, Сережа не выспался, поэтому он ворчит и всем недоволен. Я всем доволен, только я не выспался. Ну что, закончили мы завтрак. Что сказать, мы наелись. Ну, видели сами этот завтрак. Очень вкусный, безумно вкусный мед. Мне очень понравился. И вкусный чай. Все остальное так себе, но как ни странно оказалось, что его действительно достаточно для того, чтобы наесться прямо очень. Колбаса несъедобная, кофе Сереже даже не понравился. Вот. Ну, я думаю, что пообедаем мы где-то в городе. Сейчас собираемся, берем с собой аудиогид и идем выполнять культурную программу.